Здравствуйте, мои дорогие. Как сказано в Библии, любите врагов своих. Так вот, человек, который меня на дух не переносит, я для него делаю подарок, дабы побороть в себе остаточные минимум проценты негодования под заторможенную музыку, которой тоже пытаюсь побороть в себе мизерное чувство негодования. Ну что ж, приступим, уже почти готово. Внутри у меня флешка, шоколадка и чупа-чупс.
Счастья, удачи, любви. Подарок готов. Внутри у меня получается флешка 64 гигабайта, шоколадка, чупа-чупс. Такой скромный подарок. Как сказано в Библии, возлюбите врагов своих. И в этом будет ваше наивысшее благо. Счастья, удачи, любви.